Памятник участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, расположенный на Аллее Славы, приобрел новое название. Теперь памятник называется «Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов». В связи с чем произошли такие изменения, смотрите в материале выпуска. Просьба о переименовании памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов администрацию города Нарьян-Мара в июне 2015 года обратились советы регионального отделения «ЩИТ» и ветеранов «Боевое братство». В обращении говорится о том, что при проектировании и установке памятника в Нарьян-Маре в 2009 году термин «ветераны боевых действий» не был закреплен законодательно. Все военнослужащие, работники органов внутренних дел, вольнонаемные относились к категории участники локальных войн и вооруженных конфликтов. Это нашло свое отражение в названии памятника. Для того, чтобы не ставить каждой войне памятник, наша организация приняла решение обратиться в совет городской о переименовании памятника. Городской совет все единогласно поддержали нашу идею, приняли решение в конце 2015 года. И после этого мы уже обратились за получением гранта. 300 тысяч рублей. Именно столько понадобилось для внесения дополнений в название памятника, а именно изготовление дополнительных букв и трех птиц. Выполнить работы по внесению изменений любезно согласился автор памятника Игорь Чумаков. По его словам, процесс подготовки был очень трудоемким. Птичку, которую я лепил в 2009 году, я по фотографии восполнил, вылепил, вот, сделали. Буквы тоже было нелегко вспомнить тот шрифт. Но, слава богу, мы нашли. То есть сейчас в данном случае будет все как будто сделано сразу. Что касается юридической стороны дела, то администрация города Нарьян-Мара внесла изменения в положение о порядке установки памятных знаков на территории муниципального образования городской округ город Нарьян-Мар, дополнив его абзацем о правилах переименования памятных знаков. Любовь Пермякова, Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».